В Ульяновске торжественно открыли трехэтажную мечеть Лайли Джамал. Ее строительство началось в 2018 году, и вот теперь она готова встречать прихожан. В церемонии открытия приняли участие раис Татарстана Рустам Миниханов, глава региона Алексей Русских, члены правительства, гости региона и просто неравнодушные граждане. Сегодня для города Ульяновска, не только для города Ульяновска, для всех мусульман России большой праздник. Не только мусульман. Вот здесь я вижу и много православных наших братьев. Это очень важно, что мы в нашей стране в мире, согласии живем, процветаем и отстаиваем интересы нашей отчизны. Мечеть возведена в Дальнем Засвияжье. Здание построено по прообразу знаменитой мечети Кул-Шариф, находящейся в Казани. Площадь Лайли Джамал составляет 1860 квадратных метров. На трех этажах здания разместились залы для молитвы, для приема гостей, отдельные зоны для мужчин и женщин. Отныне это священное место станет центром духовности, образования и общения прихожан. Каждый верующий мусульманин найдет здесь для себя утешение в сложные времена, поддержку и помощь. Каждый сможет воздать Всевышнему свои молитвы, благодарности и просьбы. Лайли Джамал одномоментно может вмещать до 1000 молящихся. Мечеть стала одной из самых крупных в ПФО. Для жителей региона открытие стало долгожданным событием. В дальнейшем на прилегающей около мечети территории планируется строительство целого мусульманского комплекса, а именно медресе, центр изучения Корана, халяль-кафе и никах-центр. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.